Всем привет. Привет, кого знаю, кого не знаю. Очень приятно познакомиться. Хоть в одностороннем порядке. Мое имя есть. Кто я, чем я занимаюсь, есть. Тема доклада на табло. Почему такая тема? Сейчас. Смотри сюда. В центре стой и смотри сюда. Здесь да? То же самое. Давай. Хорошо, хорошо, ладно. Извините, тех момент. В общем, да. Почему была выбрана такая тема? Я объясню дальше, почему была выбрана такая цифра, как некий условный медиатор, чтобы было понимание у тех, кто работал, не работает, кто работает с этим каналом на меньших объемах значительно, что это абсолютно реальная цифра. Это не какой-то там раз в месяц, когда команда делает и потом хвастается там 7 лет всем о том. Нет, это абсолютно реальный медиатор. Можно делать много больше, если там выполнить определенные условия. Дальше я попробую рассказать, каким образом и какими действиями можно попытаться достичь такой цифры. Да, рассказать полностью там от нуля весь цикл там от подготовки аккаунтов, условно говоря, приложений до там извлечения прибыли не получится, поэтому речь пойдет о каких-то, как нам кажется, опять же, сразу скажу, речь идет только о нашем опыте, речь идет об опыте там нашей компании, нашей команды. Если у кого-то там другой опыт, окей. Вот, мы будем говорить только о нем. И дальше в презентации будут акценты на какие-то моменты, какие-то фичи, может быть, которых мы не нашли в открытом доступе, о которых не говорили, потому что про UAC достаточно много написано. Написано, как запускаться там с нуля, написано, что такое UAC, как и так далее. Этим мы сейчас заниматься не будем. Ой, не работает. Давайте о нас буквально минуту, кто мы и почему я считаю возможным говорить об этом со сцены. Firewall уже 7 лет. 7 лет мы занимаемся только медиабаингом. Изначально это был Facebook, как у всех. Из этих 7 лет, последние 6 лет мы занимаемся гэмблинг-трафиком. Ну и все понимают, да? Я не знаю, все понимают, что такое iGaming? Нет? iGaming — это такое модное, корректное слово для обозначения гэмблинг-проектов и так далее, куда входят онлайн-казино, куда входят беттинги, куда входят всевозможные бинарные опционы и так далее. Ну, любые проекты, где подразумевается, что пользователь имеет какой-то шанс или возможность выиграть какие-то, возможно, реальные деньги или нереальные. Все это называется iGaming. Обращайся. Вот. Соответственно, 6 лет мы занимаемся гэмблинг-трафиком. 6 лет назад, например, привлечение трафика на казино выглядело как закупка кликов. И только по кликам все казино закупали. И, в общем, даже никакого особого таргетинга не было, потому что либо системы не продавали, либо рекламодатели не могли быть готовы. Anyway, неважно. 4 года назад, когда многие рекламодатели, прежде всего там в СНГ, Украине, перешли на выплату за депозит, это кардинальным образом изменило весь рынок лидогенерации в гэмблинге. Понимаете, да, о чем речь? Речь о том, что когда тебе платят за свершившийся факт депозита пользователям, как правило. Вот. И мы были не одни, мы были одна из нескольких компаний, которая начала разрабатывать историю с мобильными приложениями. Сейчас я наверняка все знают уже там, да, как, что такое мобильные прилы, как лечить из них гэбло. Вот эту тропинку 4 года назад топтали мы. Протоптали, наверное, успешно. Потом где-то год эта вся история была в привате. Потом это стало пабликом, и как сейчас, да, даже, наверное, там у самого-самого отчаявшегося арбитражника есть какая-то где-то в запасе прила, либо он знает, как ее взять и лить. Но вот мы те люди, и та команда, та компания, которая разбиралась, что такое WebView, какие можно использовать типы креативов, как это работает, что пропихивается в Facebook, там, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, Фейсбуком мы наелись за 1,5 года занятия этим, и 2,5 года назад, опять же, одними из первых мы расковыряли историю с UAC. Я уже не помню даже, откуда появилась эта информация, то ли анонс Гугла, потому что UAC у всего, по-моему, 3 или 3,5 года как технологии, как способу закупки трафика.
У нас получилось разобраться с этим. И с того момента, там, наверное, где-то через полгода, мы отказались полностью от Фейсбука, просто потому что он давал меньше ROI, он давал меньше объема, он был для нас более сложный, и мы сфокусировались на этом. И последние 2,5 года мы занимаемся только этим. Льем мы как за депозиты, там, опять же, если мы говорим там казино, так и как там, обычное рекламное агентство с открытой комиссией. Это значит, когда рекламодатель использует нас как собственный медиабай. То есть мы показываем все затраты, что мы делаем, откуда мы делаем, даем доступ к каким-то там более глубоким метрикам, показателям. Вот. А рекламодатель, соответственно, платит нам там 25-30% обычно. Это норма по отрасли. Это если говорить о нас. Такой вопрос. Можно попросить поднять руку тех, кто... Спасибо, Антон, да. Поднять руку тех, кто когда-то лил, пробовал лить, льет ЮАК. Спасибо, Антон. Да, немного. Но anyway, в общем, здесь не будет каких-то азов базовых, потому что я не видел смысла повторять все то, что уже написано в десятках, сотнях там мануалов, кейсах, которые вы можете найти там на там, медиаресурсах тематических. Вот. Со всем этим можно ознакомиться. Вот. Поэтому я не буду здесь повторяться с этим. Это дальше рассказ будет прям с прикладными такими штуками для тех, кто уже льет и не понимает, как масштабироваться, либо получил негативный опыт, либо там слился в минус, либо у него не получается добиться существенного плюса, либо там какие-то есть проблемы. Как мне кажется, здесь они будут освещены там в полной мере, наиболее самые сложные и узкие моменты. Ну и, наверное, для тех, вот всех остальных, кому там надоел Facebook, кому тяжело, кто устал покупать тысячами аккаунты, кто устал биться, сражаться с ним и способен взять, изучить этот мануал, потом наложить этот опыт на то, что написано в интернете. Вот, потому что, опять же, мы там сильно глубоко не копали, но, как нам кажется, те аспекты, которые будут здесь затронуты, они не освещались еще там нигде в полной мере, либо корректно, либо была написана какая-то полная чушь. Вот, поэтому поехали. Из чего складывается успех, если мы говорим о ЮАК? Пункт номер один – это аккаунты. Если говорить про аккаунты, это еще выступление где-то, наверное, на 20 минут, которые сейчас у меня только и есть, уже 12. Вот. Про аккаунты скажу, наверное, самое полезное, что можно сказать. Сноваригов запускаться нельзя. Если вы не хотите и у вас нет возможности потратить много денег на прогрев, никогда этого не делайте. Вы получите только негативный опыт, и нет смысла всем остальным заниматься. И самое полезное, возраст аккаунта не имеет значения никакого. Имеет значение spend. Только spend. Это может быть аккаунт, которому, там, условно говоря, месяц, но на нем открутили, допустим, там, 500 тысяч рублей. Это окей, с этим можно работать. Или это может быть аккаунт, которому 17 тысяч лет, но при этом у него затрат на 3600 рублей. Вот, вы столкнетесь со всеми теми проблемами, с которыми не должны столкнуться с нормальным аккаунтом. С большей долей вероятности. Об этом все. Приложение. Это на 3-4 выступления, если разбирать, как это правильно делать. Об этом, опять же, достаточно много написано. Методом проб и ошибок можно разобраться. Креативы, ничего не буду пояснять, все понимают значимость. И, собственно, то, что происходит в самом канале, то, что происходит в рекламном кабинете, это настройка и действия в ЮАК. И именно на этом пункте я сфокусируюсь дальше и постараюсь успеть рассказать о том, как правильно запускаться, о том, как правильно оптимизировать, о очень-очень важном нюансе, если мы хотим масштабно запуститься, если мы хотим получить хороший результат. Опять же, там об оптимизации про исключение каналов дальше расскажу. И если успею, про спай-сервис для ЮАК. Про спай-сервис для ЮАК, пусть будет так. Как правильно запускаться?
опять же, по нашему опыту, если мы говорим о том, что мы нацелены на какую-то серьезную сумму, если мы не планируем там залиться на $100, да, получить там 120, а как правильно запускаться с такими бюджетами, я, если честно, не знаю. И на самом деле UAC очень емкий канал, он по объему трафика, по объему аудитории значительно больше, чем Facebook, значительно больше. Практически во всех географиях, даже в России, где он там не, далеко не самый большой в мире, там есть Яндекс и так далее. Так вот, ни я там, ни мы, наверное, мы не знаем способов нормального запуска на небольшом бюджете, потому что аудитория очень большая, и, как пишет сам Google, ему для оптимизации нужно минимум 100 событий, минимум 100 событий в день. По нашему опыту я расскажу, как, насколько еще растягивается этот период, поэтому, опять же, зайти в UAC там, с бюджетом 100, 200, там, $500, опять же, с $500, наверное, можно, если вы матерый уже там байер либо арбитражник, но, скорее всего, не получится. Прям вот даже не стоит пытаться, потому что система не успеет обучиться, вы получите какой-то опыт, в этом нет смысла. Так вот, единственный возможный и правильный запуск, как это делаем мы, это масштабный, максимально агрессивный запуск, где мы берем там 3-5 аккаунтов, в каждом аккаунте запускаем там по 8-10 компаний. Я говорю сейчас, я сознательно историю с офферами отодвигаю. Неважно, какой оффер, или у нас там несколько офферов в ротации. Это на самом деле не имеет значения, это абсолютно там общие моменты. Так вот, 3-5 аккаунтов, 8-10 компаний в каждом. Бюджет каждой компании x2 от выплаты. Ну, то есть, если там выплата, окей, там 60, ну, допустим, что там у нас там по СНГ, там $60, да, средняя выплата. Соответственно, 120 должна быть. Оптимизация за инсталл, важный момент, я о нем скажу дальше будет. И самый важный момент, нужно быть готовым к минусу со старта и в первые дни. Это особенность этого канала. Если вы к этому, опять же, там, не готовы или выключаете, то мы сразу падаем вот в правую колонку, в неправильный запуск и в пункт «Останавливать те компании, что минусят». Если мы с лета в UAC останавливаем те компании, что минусят, то, скорее всего, у нас не будет ни трафа, ни прибыли. Опять же, возможно, что у вас компании сразу зацепятся и дадут плюс, но это скорее исключение, это прям значит, вам повезло. Опять же, об этом скажу дальше. В общем, что такое неправильный запуск? Это вот тот самый там один аккаунт, мы на нем взяли деликатненько, на наши небольшие деньги запустили там одну-две компании, не дай бог еще послушали кого-то или начитались где-то в интернете и выяснили, что нужно, это все прошлый век, оптимизация за инсталлы, нужно оптимизироваться там за регистрации на сайте, нужно оптимизироваться, не дай бог, за депозиты. Так вот, сразу возвращайтесь, как только вам придет в голову эта мысль, к мануалу по UAC, он в открытом доступе лежит, там, в руководствах у Гугла о том, что минимум для того, чтобы внутри одной компании, это очень важный момент, внутри одной компании, чтобы он попробовал найти вам ту аудиторию, которая нужна, ему нужно минимум 100 событий в день. И таких дней уже по нашему опыту, и не только по нашему, будет несколько. Вот и посчитайте, сколько вам нужно слить, условно говоря, в минус, если вы решили оптимизироваться за депозит с лету. Один депозит $60, $6000 на одну компанию. Если мы переложим на правильный запуск, ну понятно, да? Скорее всего, вы так будете не делать, у вас будет бюджет все равно $200-$300, но оптимизация будет, например, там, за депозит. На трех депозитах система не успеет обучиться, вы ничего не получите. Все. Плюс, опять же, по нашему опыту, это все гипотезы, никто не знает, как работают на самом деле эти системы, но по нашему опыту лучше всего в UAC оптимизироваться за инсталл. Почему? Потому что инсталл — это родное понятное событие, для оптимизации по которому Google нигде не запрашивает данные. Когда мы, допустим, хотим оптимизироваться за регистрации или за депозиты, мы обязательно забираем данные у какой-то системы аналитики или атрибуции, там AppsFlyer, Kochava, там, кто бы там ни был. Вот. Это уже не родные события, которые Google забирает к себе. И очевидно, что у Google массив данных и информации, которые у него есть, понятных внутри системы, он значительно больше, чем может ему дать кто-либо еще. И по нашему опыту оптимизация за инсталл при выполнении, опять же, там вот
при внимании на следующие моменты, о которых я расскажу, дает значительно лучший результат. Поэтому только за инсталл. И опять же, это способ наиболее протестировать там офер или приложение на наиболее низком бюджете. Не на низком абсолютно, но на наиболее низком относительно того, что возможно. И опять же, самая большая ошибка, которую совершают, наверное, 90, если 95% там соло-арбитражников, либо там небольших команд, которые льют с Гугла, они останавливают те компании, что минусят со старта, что, в общем, нормально. Типа, ну, ты логично смотришь, что у тебя запустил 5 компаний, везде минус. Что с ними делать? Ну, отключать, очевидно. Нет, не отключать. Я сейчас расскажу, покажу дальше. Ну и низкие бюджеты. Про низкие бюджеты, понятно, они складываются из вот такого подхода, потому что в правильном запуске у тебя не получится никак с низким бюджетом это сделать. Что здесь? Здесь показано соотношение дохода и расхода, и как выглядит, собственно, правильный запуск, если мы сделали так, как было написано в левой колонке. Внизу, я не знаю, там хорошо, плохо видно, там написано… $177 расхода, $83 дохода. Второй день $360 расхода, $166 дохода. То есть мы наполовину в убытке. Третий день подраскачались, разогнались компании. Мы начали отключать то, что прям совсем видим там не туда. У нас уже 1830 расхода, 1093 дохода. Уже компании, опять же, об этом скажу дальше, не буду забегать вперед. На четвертый день, опять же, по нашему опыту, обычно где-то по дневному доходу-расходу мы выходим в ноль. Это там третий-пятый. В редких случаях, если сразу у вас компания зацепилась в плюс, то вам нужно любить эту компанию и пестовать только ее. Но такое бывает нечасто. Объективно не часто, особенно сейчас. Раньше такое было часто, когда в ЮАКе был пустой аукцион, никто этим не занимался, там 2-2,5 года назад. Сейчас бывает достаточно редко, либо на новых географиях, либо когда вы придумали что-то вау, там совсем новое. Вот. И, соответственно, с 4-5 дня вы только начинаете зарабатывать. Обычно, но заканчивается здесь на 10-м дне, причем это не условные цифры, это какой-то, я не знаю, ребята взяли какой-то… Реальный кейс, реальное приложение. На последнем там 5700 и 9100, что в принципе очень хороший результат. Едем дальше. Навскидку вроде как очевидная вещь, но опять же, как показывает опыт, очень-очень-очень многие этого не делают. Цена депозита в ЮАКе важнее, чем цена инсталла. Не делают возможно, потому что не у всех есть приложения, которые интегрированы с каким-нибудь там AppsFlyer или Kochava, или не умеют ими пользоваться. И эти приложения не передают количество депозитов в Google. Вот, потому что без этого мы не сможем смотреть на цену депозита. А реальность обычно бывает вот такая, например. Что у нас? Это одна и та же… Это какой-то, что у нас, сплит, компания, неважно. Мы вот видим, на одной компании у нас цена конверсии 106 рублей. Есть компания номер два, на ней цена конверсии 86. Очевидно, что стоит лить вторую. Если мы правильно интегрированы с системой атрибуции какой-то и в Google, которая в Google отдает нам количество там, либо цену депозитов, мы понимаем, что лучше лить первую с более высокой ценой конверсии. Я скажу больше. Опять же, то, как работаем мы, и того, что мы там видим там в кейсах, где-то на рынке, у нас средняя стоимость инсталла по сравнению с ценой инсталла на рынке где-то на 30-50% дороже. Нас это не смущает и позволяет зарабатывать. Поехали дальше. А, это еще один красивый график, который иллюстрирует то же самое. Такое очень спорное, да, утверждение, но, опять же, по нашему опыту и то, как делаем это мы, Google ЮАК в данном случае хуже оптимизирует компании, хуже таргетируется, хуже вылавливает тебе ту аудиторию, например, чем Facebook.
потому что Facebook там тебе может, там, я не знаю, ты можешь там 10, 15, 20, 50 инсталлов слить, и он тебе начнет давать там то, что нужно, или там, не дай бог, там на 3 инсталла он тебе может давать по депозиту, это нормальная картина. Вот. А с Google немножко другая история. Мы предполагаем, что Google в каждой компании, которую мы запускаем, в каждой, при прочих постоянных, например, у нас то же самое приложение, у нас то же самое Creo, Google в каждой компании начинает искать аудиторию, исходя из каких-то там кучи там, суммы факторов, которые у него есть. И аудитория в каждой компании, она будет отличаться либо немного, либо сильно. Поэтому наша задача на старте — запустить как можно больше компаний, чтобы найти и оставить те самые, которые поймали самую лучшую для нас аудиторию, либо где ролики показываются в самых наиболее релевантных каналах. Дальше по этапам. Как это сделать наиболее правильно? Нужно взять заведомо хорошее Creo. Там, у тех, кто работает в отрасли, там должно быть понимание, как это можно подсмотреть, где-то есть там спай, можно даже, хотя в ЮАКе не такие креативы. Опять же, многие рассказывают, что ЮАК, ФБ, креативы одинаковые, ничего подобного. Есть нюансы. Я не помню, там будет, по-моему, будет об этом. Сейчас, секундочку, извините. Наиль, есть у меня еще там 5-7? 5 минут. 5. Хорошо, извините, постараюсь быстро. Итого, берем заведомо положительное Creo, хорошее, качественное. Мы в нем уверены, мы знаем, что оно где-то дает. Опять же, если вы работаете где-то на объемах, оно, скорее всего, у вас уже где-то крутится. У кого-то из байеров. Другой берет это же Creo, запускает много одинаковых компаний. Опять же, исходя из той логики, которая была раньше. После этого мы смотрим на те компании, которые дают нам наиболее дешевый инсталл. Повторяюсь, опять же, если обратиться к пункту выше, это все равно будет минус для нас. Мы считаем, но мы выбираем самые лучшие. Исходя из того, что мы понимаем, что за несколько дней в самых лучших компаниях, но опять же, самые лучшие компании минус, это не значит, что у тебя минус там двух-трехкратный, да, это значит, что у тебя там минус 30%, минус 40%. Это абсолютно нормальные показатели, это Google нагонит. Если у вас там, я не знаю, убыток 70-80, то стоит прекратить и не заниматься этим. Вот. На втором этапе мы оставляем лучшие компании, внутри которых мы понимаем уже, что там есть нужная нам аудитория, либо нужные нам каналы, внутри которых мы тестируем все остальные Creo. Новые и так далее. Тест только внутри компании, которую мы считаем, что зацепилась. После этого мы оставляем лучшие компании и лучшие креативы. Ничего сложного. Как только они выгорают, все начинается по-новому. Едем дальше. Есть миф, который растиражирован многими спикерами, которые, возможно, хотят выглядеть более компетентными в вопросе, что стоит исключать, там всегда стоит исключать нерелевантные каналы, какие-то там детские, чего-то еще. Ну, то есть те, которые как бы по логике не должны у нас конвертить. Дальше я расскажу, почему. То есть в этом есть смысл, но только в строго определенных моментах. Вот пример. Что видно на графике? Это одно и то же приложение, одна и та же компания, в котором в марте мы исключили все нерелевантные каналы. Там гигантские «Машу и медведь» и так далее, и так далее, и так далее. Прям байеры сидели очень долго, там, пару недель, и постепенно там вычищали их, вычищали, вычищали, отключали. Ну, то есть, понимаете, да, оставляли, выключали то, что они считали нерелевантным. В итоге мы получили 15-20% к окупаемости оффера. Это значит, это не наша, да, не наша рентабельность выросла. У рекламодателя, допустим, был там средний чек там, в неделю там, с пользователя $12, стал, например, там, если мы говорим там, о СНГ, да, стал, например, там, 14. Хорошо? Замечательно. После этого мы в апреле точно там же взяли и вернули все каналы обратно. В результате этого мы получили объем трафика в 2,5, почти в 2,5 раза больше. Цена инсталла практически не изменилась, и она на самом деле меняется несущественно. В Гугле, если ты вырубаешь группы, у тебя не растет сильно цена инсталла, ну, кроме каких-то редких моментов. Вот, соответственно, мы получили в 2,5 раза больше трафика по той же цене за тот же самый период. Правда,
у нас упала окупаемость, ну как у нас, у рекламодателя опять же, на те самые 15-20%. Но 12 долларов – это KPI рекламодателя, то есть этот рекламодатель готов покупать этот трафик по 12 долларов. Зачем тогда их исключать? Соответственно, вот этот вот прием и… Исключать каналы нужно только тогда, когда вы не можете ни креативами, там, ни компаниями соптимизировать качество таким образом, чтобы рекламодатель покупал его у вас без срезов и отклонений. Вот и все. И ни в коем случае не всегда, потому что вы просто будете резать объем там, где это не нужно. У меня минута осталась. Раз осталась минута, то я вот так сделаю, кто-то сфотографирует. Короче, спая для UAC нет. Ну, такого есть, там говорят, там Sensor Tower, мы не используем, он какой-то дорогущий. Спая для UAC нет, вы можете своими руками сделать все. Взять какой-то конченый старый Android, подключить в него. Вам не нужно платить дорогую проксю, купите платный какой-нибудь там WinScribe, включите его, не выключайте, походите там по YouTube, посмотрите какие-то каналы, как обыграть там чего-то там и так далее, и так далее. Всякую тематическую фигню. Независимо, неважно, какую вы вертикаль не лили. Вот. Пару дней подождите, позаходите, после этого вам весь YouTube будет засыпаться той самой рекламой, которая вас интересует. Все. Это тоже может сфотографировать. Жень, ты не надо. Ты меня напугал. Дорогие друзья, ну давайте. Евгений Столбовский. Спасибо, дорогой. Спасибо. Ну мы сейчас, подожди, мы сейчас с тобой вместе. Можем твою коронную фразу? Давай я говорю. Не надо, не надо. Давай я говорю. Да. Сегодня миллионы. Нет. Меня очень попросили организаторы не ругаться матом. Ну, мне и так очень, давай мне очень сложно. Сегодня миллионы. А, завтра жуй соленый. Все. Аплодисменты. Спасибо. Евгений, ну и у меня маленький вопросик, да? Действительно, докладик по UAC, все хорошо. Почему, на твой взгляд, сегодня так мало арбитражников соло льют в UAC? Можешь ответить? Возвращаясь к пункту про правильный и неправильный запуск, ну, это достаточно затратная история. Прелесть UAC... Затратная. Да, прелесть UAC и отличие его от Facebook, в нем очень быстро можно заработать очень много. Но специфика такова, что если у тебя там ты можешь заработать очень много, ты, соответственно, можешь и въебать очень много. Ой. Сегодня миллионы? Да, да. Нет, нельзя. Так вот, последнее, что было, сейчас есть проблема, которая никак не решается, это сам Google. Ну, мы, короче, единственный способ извлечь плюс – это показываться там по видео, ну, практически единственный. Вот. И Google сам начинает показывать с текстовыми объявлениями, ну, то есть он меняет твои креативы, просто меняет их, не показывает, и показывает в КМС текстовые крео. Это минуса жесткие. Вот у нас Байер что-то проспал, у него были очень хорошие компании, и он пока там спал, причем реально пока спал, плюс это была Латинская Америка, поэтому там день, пока он спал, он проснулся, у него было на одной компании минус 30 тысяч долларов. Мы его не повесили, потому что он там быстро очень отработал их, но нужно понимать и к этому быть готовым. Не бывает такого, что ты там, ну, наверное, и в жизни не бывает, ты можешь зарабатывать там сотни тысяч, там миллионы, но при этом не рисковать и 100 долларами. Но, поэтому в соло, я думаю, нет. Я бы рекомендовал, если кто хочет научиться UAC-у, идти куда-то работать в команды, которые занимаются, потому что UAC – это скорее про коллективный труд. Слишком много факторов, да и Facebook сейчас, наверное, но UAC прям совсем. Одному, ну, я не знаю, как заработать серьезных денег, либо нужно иметь прям такие яйца и такое количество денег. Ну, в общем, наверное, так. Жуй соленый. Евгений Столбовский, аплодисменты ему. Спасибо. Да.